Добрый вечер. Может быть, у кого-то и не вечер, может, у кого-то уже ночь, тогда доброй ночи. А может быть, у кого-то даже утро, тогда доброе утро. Так что добрый вечер, может быть, и увлекательный вечер, кто знает. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Юлия Вишки, я гид в Берлине, и последние 3,5 недели. Привет, Ника, ты даже сегодня прям пришла в прямой эфир, рада видеть. Так вот, я последние 3 недели рассказываю здесь одну берлинскую историю, рассказываю о берлинских судьбах, о людях, рассказываю о прошлом, рассказываю о настоящем. То есть делаю все то, что я делала всегда, рассказываю истории. И надеюсь, какая-то из них, или, может быть, каждая из них вас немножечко заставит подумать, иногда улыбнуться, иногда взгрустнуть. И это такой момент побыть вместе, подумать немножко не о том, что сейчас происходит, а о чем-нибудь другом. И непременно о приятном, если даже о грустном. Я уже 2 раза сказала грустным, вы заметили, я спойлерю, сегодня будет грустная история, потому что мы с вами насмеялись вчера про селедку, и поэтому я сегодня расскажу вам про одного писателя, про писателя, который связан с Берлином, романы которого связаны с Берлином, и который написал, по мнению Прима Леви, лучший роман о сопротивлении. Добрый вечер, кто только что присоединился. Мы начинаем. В тот понедельник в августе 44 года он уже с утра сильно пил. И когда он вошел в свой любимый дом, где-то к полудню, то он уже был изрядно подвыпивший. И они опять стали спорить. Они опять стали не столько спорить, сколько по-настоящему ругаться. Так они делали уже почти год. И особенно вот в эти 2 месяца после развода. Они уже 2 месяца были разведены. И он снова пришел, и они снова ругались. Только в это утро было все по-другому. Он принес с собой пистолет. Это был старинный такой пистолет, немножечко неуклюжий, но в конечном итоге выстрел прогремел. Нет, никто не умер. Она выхватила у него пистолет, и пистолет в конечном итоге упал в озеро, потому что дом смотрел на прекрасное озеро в Карвице. Он — это господин, которого в миру звали господин Дитсен, и его жена Анна, которую он всегда называл Зузе. И мы его знаем как Ханса Фаладу. Ханс Фалада — писатель, который прожил всего 53 года, но оставил огромный след в истории немецкой литературы, в истории мировой литературы, которую до сих пор переиздают большими тиражами, и по его романам до сих пор снимают фильмы. Ханс Фалада не справился в то утро, и Анна, то есть Зузе, позвала врача, правда, вместо врача, время-то военное, пришел деревенский полицейский, и пришлось нашему герою посидеть немножко в тюрьме, и суд вменил ему попытку убийства, то есть покушение. Что произошло? Произошла просто жизнь, такая грустная, но в то же время жизненная история. Ханс Фалада и Зузе жили в Карвице, это 130 километров от Берлина, с 1933 года. Это была намеренная и очень счастливая эмиграция.
внутренняя эмиграция и эмиграция подальше вот от той власти, от всего того, что происходит в Германии, от всего того, что творится в Берлине и творилось с 1933 по 1945 год. Фаладе тогда повезло, потому что совершенно незадолго до прихода Гитлера к власти вышел его четвертый роман. Четвертый роман сделал его как раз знаменитым и подарил ему вот то счастье, которое произойдет с ним в Карвице до, получается, 1943 года. Это роман «Маленький человек, что же теперь?» То есть наоборот, по-русски наоборот. «Что же теперь, маленький человек?» Просто по-немецки «Kleiner Mann, was nun?» А по-русски перевод звучит наоборот: «Что же теперь, маленький человек?» Этот роман, он прямо очень так в самое больное затронул нерв эпохи. В романе такой простой достаточно человек, который теряет все из-за мирового кризиса и потом уходит в такое простое счастье, удаляется вместе со своей семьей, со своей женой, с ребенком. Он удаляется от всего, что происходит в мире, и живет вот простой, тихой жизнью. В принципе, так сделали на тот момент многие. И даже в окружении Ханса Фаладе делали многие, многие из интеллигенции Берлина, из ученых, из писателей, начинают постепенно удаляться. Удаляться от того, что начинает происходить. Ну, Эйнштейн, например, купил домик в местечке Капут. Издатель самого Ханса Фаладе купил на востоке от Берлина Ханс Ровольд. И Ровольд до сих пор очень известное издательство в Германии. Купил тоже на востоке от Берлина дом. То есть люди начинают потихонечку удаляться. А Ханс Фаладе сделал на как раз вот гонорар от этой книги, потому что книга была потрясающе успешная, ее издают раз, два, три, по-моему, четыре издания было вот сразу в первые годы, тут же снимают, и одна из экранизаций была как раз в Соединенных Штатах Америки, то есть у него идут гонорары, и он покупает огромный дом в Карве, в Карве купил другой человек дом, в Карвице, как я сказала, 130 километров от Берлина, и в отличие, например, от всех других, это место действительно находится, можно сказать, так у Христа за пазухой, и просто так оттуда не уедешь и не сбежишь. Ближайший вокзал на тот момент находился в Фельдберге, это 36 километров от Карова, и ехать нужно было на велосипеде, никакого другого транспорта, была пекарня. Один раз в неделю приезжал магазин, продуктовый магазин, но все это семью, то есть Ханса и Зузы, абсолютно не интересовало. Они переезжают в этот дом на берегу озера, огромный дом с семью комнатами, как Ханс пишет своим родителям, из семи комнат может получиться даже 9, если взять еще крышу с огромным садом и еще с землей при доме. Он вспоминает свой сельскохозяйственный диплом и начинает, вот правда, работать на земле буквально, так сказать, практически как его герой. Он выращивает овощи, он собирает клубнику, у него есть рабочие, которые тоже ему помогают, потому что овощи, фрукты, все это он продает. В конце 30-х годов он построит коптильню, у него будут пчелы и мед, то есть все-все-все. И в конечном итоге, когда начнется Вторая мировая война, то он полностью перейдет на самообеспечение. Его семья разрастется до 3 детей. И Карвиц был его спасением, и была его такая идиллия. Зуза взяла четко все в свои руки. В доме не было ни капли алкоголя, поскольку Ханс до встречи с ней и все свои первые романы он написал благодаря алкоголю и благодаря морфию. Он был алкоголиком и морфинистом. И вот это все она взяла под контроль. Дети должны были ходить на цыпочках, и когда папа пишет в саду, играть можно было сзади, только за сараем. Есть у него даже рассказ, который называется «Тихо, здесь работают».
Так вот, это приблизительно, наверное, то, что он и говорил детям, то есть не он, а Азуза говорила детям, тихо, отец работает. И он пишет одну за другой книги, они работают, это правда очень такое идиллическое место, я, как всегда, в конце оставлю вам фотографии, вы посмотрите на этот дом, и до сих пор в сарае, то есть в таком сарайном помещении находится его архив. Он работает, у него огромная библиотека, 4000 книг окружают его и наполняют его вот этот мир. То есть он создал себе не только внутреннюю миграцию, он создал свой такой мир, в котором он находится и в котором только он, а вот то, что происходит со страной, он пытается от этого уйти. И вначале еще идут какие-то гонорары, но поскольку он никаким образом не кооперирует с новой властью, то хотя они пропадают, то он все равно независим, поскольку есть что. К Рождеству всегда забивают свинью, из которой делают, конечно, колбасы, паштеты, и все это потом хранится в кладовке, и семья все время может есть. Что происходит потом? Как можно было докатиться до вот этого выстрела в 44-м году? В конечном итоге он начинает иногда ездить в Берлин, и в Берлине за руку его не держит Зуза. В Берлине есть алкоголь, и в Берлине даже в военное время есть морфий, он знает, где его достать. И в Берлине есть женщины. И 50-й день рождения в июле 43-го года, семья, которой за столом всегда собирается огромное количество человек, Влада был общительным, и его жена Анна Дитцин, получается, тоже. То есть к ним, несмотря на эту удаленность, всегда кто-то приезжал, всегда за столом сидели их работники, всегда за столом были люди, кого они знали. И вот 50-й день рождения они проводят, получается, только впятером, поскольку Зуза накануне узнает о любовной связи своего мужа, и получается, что он уходит из дома, но уходит вот очень-очень травматично, то есть их связь никаким образом не прорывается, то есть они пытаются общаться, это не получается, и в конечном итоге в 44-м году он попадает в результате вот этой ссоры в тюрьму. Вскоре он из нее выйдет и попытается как-то наладить снова свою жизнь. Он женится снова в 45-м году. Зуза остается вот в этом огромном большом доме одна. В апреле 45-го года в Карвиц приходит Красная Армия. Она прячет 11-летнюю дочь в подвале, пытается как-то договориться. И пройдет еще 3 года. И Дитцин, то есть Ханс Фалада, он умрет, прежде оставив свой самый большой и самый известный роман, с которого я начала вот это повествование. Это роман «Каждый умирает в одиночку». Или я видела, что последняя книга на русском языке вышла с таким же наименованием, как и фильм 2016 года «Одни в Берлине», поскольку этот роман повествует о супружеской паре, которая была в антигитлеровском сопротивлении. Я не буду вам рассказывать, вы его лучше почитайте. Хоть он, конечно, непростой. И это один из последних романов, который он напишет. И последние 3 года, это очень тяжелые годы его жизни, он продолжает пить, и употребление морфия увеличивается, и в конечном итоге от постоянного наркотического опьянения он попадает несколько раз в больницу и умирает. И умирает в 47-м году, в 47-м выходит как раз
каждый умирает в одиночку. Он в скорости будет и переведен и на русский язык, точно под таким же названием. Каждый умирает в одиночку, то есть «Один в Берлине» — это название, которое в последующих переводах к нему прирастет. Потому что «Jeder stirbt für sich allein», то есть вот прям перевод такой классический «Каждый умирает в одиночку». И изначально, возможно, из-за того, что война только прошла, и рана эта открыта, и рана эта большая, изначально редактура и издательство очень сильно его изменило. Пройдет 60 лет, прежде чем роман вот будет издан точно так, то есть вот буквально несколько лет назад, как его написал Фалада. И вот как раз последняя экранизация 2016 года с Эммой Томпсон в главной роли, она как раз опирается на ту версию, которую написал Фалада. Ему было 53 года, когда он ушел. И если прям говорить литературно, то, к сожалению, он очень пытался, но этих демонов ему не удалось побороть в своей жизни. Тем не менее, с демонами, вопреки или благодаря им, он оставил большой след в литературе, и мы до сих пор можем ходить по Берлину по следам Ханса Фалады, можем читать его романы и восхищаться его талантом. Анна останется жить с детьми в Карвице и будет заведовать его наследием, его архивом, и умрет только в 1990 году, то есть она прожила длинную, насыщенную жизнь. После наследием отца будет заниматься старший сын, который буквально недавно скончался. И в Карвице можно до сих пор видеть этот дом, и есть архив Ханса Фалады. Под Берлине очень всегда идиллическая. Если кто живет в Берлине или приезжает в Берлин часто, есть смысл поехать не только в Потсдам, а поколесить и по под Берлинью. Вот как раз начинается такое летнее время, и здесь чудесно. Вот, дорогие мои, это то, что я вам хотела сегодня рассказать. Большое вам спасибо, что вы снова были со мной в этот вечер среды, в апреле. Давайте из дома, мы увидимся с вами завтра. И только сейчас я подумала, что на завтра у нас опять будет история про сопротивление. Ну ладно, значит, будет как будет. Всего вам самого доброго.